Да, вот, да, да, к нам здесь. Заехал неожиданно Иван Гар. Так что давайте поприветствуем. Это, конечно, не дебют, а когда дальше у нас тренера. Это будет на сцене. На сцене будешь готовиться. Ребята, давайте аплодисменты. Просить не нужно аплодисментов, да, в этом нет никакого абсолютно смысла. У меня заканчивается парковка, вот деньги пришли, спасибо, Андрей. Сейчас, погодите. Я спонсор его парковки. Да, один раз я на каком-то выступлении был, и пятак мне прилетел, я забыл абсолютно, что у меня припаркованный автомобиль, и теперь я слежу за этим очень сильно. Андрей Медведев решает все проблемы. Да, спасибо тебе огромное, да. Мысли кроме своих. Я твой психолог, получается. Оплатить? Да не в курсе. Ушло. Да, Вань, мы знаем, что так. Не-не-не, погоди. Вань, у тебя об этом должно быть стихотворение. 7 минут. Так, ну ладно, бог с ним. Давайте я пока смотрю. 7 минут у меня есть, но нет оплаты. Здесь нет связи, плохая связь. А ладно. Беспорядочные не для нас. У нас только избранные, только ароматные, медовые, сладкие и вкусные, от которых есть вдохновение. Это для нас. Все остальное вот сюда. День утопает в ночь, ночь утопает в дне. Кружится все среди прочих. Маятник на земле, я же, как лист осенний, в танце на ветерке, нежно слагаю песни жизни, что налегке, вольный, как осень с летом, жаркий, как свет зари. Серфер вздымает небо волнами изнутри, и на краю баланса резво с улыбкой вскользь жизнь открывает шансы встретить разгад вновь. Только ответов странных в сердце я не ищу. Таинство жизни, правда, все остальное — шум. За 6 минут, понятно, что не прошло. Самое быстрое твое выступление, так что... Так, ну да ладно. Женщина прекрасным. Прекрасным женщинам, настоящим женщинам. Да, женщина — это статус, это почет, это невероятное чудо быть в статусе женщины. Да? Это дева, которая приносит удачу, которая живет самосозиданием, которая вдыхает бытийность победителя в своего витязя. Вот это статус женщины. Вот таким женщинам посвящается данное стихийное творение. До брака, да? Это не важно. Место важно. Брак — это не место для созидательных процессов, это место для разрушения. Это все знают, все уже кому 50+, 40+, все прошли это уже, все об этом знают прекрасно. Это причес, это не для нас. У нас другие истории. Вихрем в жизнь мою вошла, без намека. Мне не будет у стола одиноко. Снова в бой идти пора, руки, крылья, поднимается волна без усилий, сердце отошло от сна, закипает, словно вынырнул со дна, и оттаял мне в глаза, пролился свет, лед уж треснул, я тобою обогрет. Это честно. И в душе любовь жива, песня льется, понимаешь, ты сама. Солнце. Спасибо огромное. Вот это такие женщины, которые нас вдохновляют идти вперед. Мужчина добывает и создает ресурс. Женщина приспосабливается. Эмоторичность. Да. Где он? Спасайте человека. Все, спасибо тебе огромное. Где ты? Да. Все, тебе спасибо. Ты своей дорогой идешь своим путем. Да. Все, я...